МВД России Котласки устанавливает местонахождение Павлова Алексея Олеговича, 1995 года рождения, проживающего в микрорайоне ДОК. 30 июня он ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид Павлову Алексею Олеговичу 20-25 лет. Рост 175-180 сантиметров. Худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное. Глаза зеленые, брови дугообразные, нос прямой. Был одет в черную спортивную куртку на молнии. Синие джинсы, черные кроссовки на липучках. Особые приметы – шрам над верхней губой посередине, вертикальный около 1 сантиметра. Родимое пятно красного цвета на пояснице и бедре. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Павлова Алексея Олеговича, просьба позвонить в дежурную часть МВД России Котласский или в уголовный розыск по телефонам, номера которых сейчас на экранах.